Поставил? Потом стоп и закроешь. Угу, я не знаю. Все, молодец. Это всем хочется. Ну да. А у меня друг хочет уйти с борьбы, он самбо занимается. А там мужику просто 9 раз прописал в лицо, а он ему ни разу. Говорит, не, жестоко не хочу. Мама типа, говорит, нет, сынок. Так я на борьбе тоже пропускал. Нехило, не нормально. Не, а он не пропускал. Я так на Лупашу что он... Хорошо на Лупашу. Я помню, рассказывал это. Что когда он был молодым, этот пошел, не Кентер, он пошел на борьбу, он каких-то двух так бросил, что поломал их. В смысле, что он там одному вроде сломал ребро, когда тут упал, а другому тут упал, он может там то ли руку, то ли ногу поломал. И ему сказали, типа, нет, ты у нас заниматься не будешь. А у меня она вообще выключалась, надо было Константина Николаевича. Что я говорю, быстро надо менять батарею, то она сейчас задела хорошо. Другую делай! Миша, вот он пошел, бал красного. Все. Давай, давай, Миша. Другую работай, за себя! Миша, право поворачивай. Сам, Миша. Вот стоять. Давай, давай, Миша, дай мне. Я 2 работаю. Я 2 раунда буду работать. Да, 2 раунда буду. Это что ты? Это я. Глаза ты раздувал. Это три раунда. Будет перерыв, надо идти умыть. Да, я сейчас... Надо пойти похавать бутер. Да, у меня в глазах начинают опять это, мелить. А, типа такие сяточки типа или что? Не сяточки, я просто сейчас, знаешь, так... А, мыло, как мыло все, да? Как мыло все, да? О. Так, это...